Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скиф, и продолжаем играть The Binding of Isaac Rebirth. И давайте, наверное, самого нынешнего фаворита за Самсона сыграем. Надо как-то нагибать ангела. Я думаю, Самсон должен в этом помочь определенно. Самсон, он вообще тащун теперь стал за счет своей измененной способности. Но, во всяком случае, мне нравится за него играть. А этого достаточно, блин, там. Вот эти гады, это, конечно, печаль. Особенно горящие, это вдвойне печаль. И вообще, если честно, у меня какой-то жесткий уровень. Первый же. Как-то не очень он совсем. Он какой-то очень жесткий просто. Блин, рубашки горящие всякие. Это совсем не круто. Совсем-совсем. У меня еще нету нормального урона, чтобы их дамажить. Что? Не? О, так. Зато когда я получаю урон на уровне, мой дамаг растет. Но только на этот уровень. И это очень круто. Можно не слабо так свой дамаг разгонять. Единственное, что нужно получать урон в минус. Но так или иначе мы, как правило, получаем урон. Можно синие сердца тратить, можно по-разному. Можно на банкомате крови набивать себе, апать урон. В общем, варианты есть, ими можно пользоваться и довольно неплохо пользоваться. Так. Окей, гад, иди сюда. Чемпионский ты гаденыш. Оп. Восстановили сердечко. Внезапная внезапность. Да что такое? Я решил сразу урона набрать, по всей видимости. Молодец какой. Чтобы, наверное, показать вам. Хотя, наверное, все уже это видели, все это знают. О чем я вообще? Ну, быть может, кто-то в первый раз решил посмотреть. И увидит сразу. И узнает. Или зайдет на вики и прочитает. Тоже вариант. Да блин, как вас бить? О, одного задел. Нет, ни одного. Одного. Оп. Тоже мимо. Чик. Окей. Веселый хардкор. Чин-чин. Так. Оп. Оп. Нет. Еп. Оп. Отлично. Оп. Оп. Фух. Долго я эту комнату защищал. Очень долго. И ждут меня какие-то очки. А, двойной выстрел. Ох ты ж. Крутая штука, я еще ни разу такую не собирал. Ну, по идее, крутая, как мне кажется. Да, действительно неплохо стрелять такими выстрелами. Прям довольно-таки неплохо. Окей. Еще их увеличить, если в размерах как-то и более дамажными сделать, то это будет прям нормальная такая тема. Ключик, от ключиков я не отказываюсь. А, плаксы. Че у вас, тролль-бомба? А у тебя че? Тоже тролль-бомба. О, внезапная внезапность. Монетки. Отлично. И давайте пойдем в ту сторону, где, по всей видимости, босс. Ему просто больше негде быть. О, нет. Вот этих пауков я не очень люблю. Оно это какое-то не агрессивное, это наоборот. Сам меня боялся. А вот эта гадость, она вполне себе агрессивная. Но вполне себе убиваемая. Денег неплохо, и уже 3 монетки. И мини-боссик. Обжорство. И еще куча сердец. Хорошо. Давайте пойдем к боссу. Кто это у нас будет? А, Ларри Джуниор. Окей, я не против. Давайте их быстренько вольнем. Урон у меня немножко разогнан, поэтому это не должно составить каких-то там больших проблем. Просто валим. Все супер. Ремень, который дает скорость, который не особо-то и нужен. Ну ладно. Единственное, что у меня бомб нету. И главное, чтобы нам какие-то хорошие вещи, походу, шли. Оу, что за комната такая?
Что-то мне не очень это нравится. Это какой-то вариант подземелья. Довольно. Довольно жесткий. Color. Что это? Версия 2. Так, какашка. Токсик. В общем-то, бомбы, которые токсичные. Которые какашки. Хорошо. Я бы сказал, что это дико полезная вещь. А, как тут двигаться? Надо бежать сюда. Да, конечно, и получить урон. Если я получаю урон, сделка на шанс на сделку с сатаной, конечно, падает. И это очень плохо. Мне бы нужна сделочка. Хотя, в принципе, тут довольно просто можно пройти. Но я все-таки умудрился получить урон, который бы не стоило получать. Валим, валим, валим всех этих гадов. Половинка сердечка аккурат нужная мне. Ну. Валим. И этого, и вот этого. Шикарно. В зубастую комнату, если пойдут, то потом. Ау, ау, блин. Все как-то пока не очень удачно складывается. Ну, быть может, в магазине что-то хорошее. Так, нифига подобного. Это пилюли. Не факт, что пилюли хорошие. А, наверное, я тогда деньги сэкономлю. Какой-то крайне маленький уровень. Что весьма странно. Ну окей, идем к боссу. Где-то здесь должна быть секретка. Что-то нифига, да? Тоже странно. Это вообще странное место. Пойдем к боссу. Ух ты ж, в первый раз вообще его вижу. Ты кто вообще такой? Какой-то призрак. Давайте его вот этой гадостью подобьем. Чтобы он там, жизнь сказкой-то не касалась. Оу. Что это вообще за босс? Что это вообще за уровень? Что за what the fuck? А, вот он открыл свою харю, в нее можно бить. И он может тоже всякие гадости творить. А, это вообще не круто. А до этих пор он нифига не убиваемый, что ли? Воу-воу. Да ты вообще, смотрю, бессмертным себя почувствовал. Так, плюс жизнь. С полсердечка. Окей. Веселый уровень. Ну, давайте тогда попытаемся следующий уровень без урона пройти, чтобы сделку с сатаной все-таки получить. Катакомбы родные, окей, они это непонятное что. Но мне бы надо синих сердец, чтобы я себя как-то комфортно чувствовал. Ну или там черных. А то я же запросто урон получу. И это будет не то, что нужно совсем. Идем сюда тогда. Посмотрим, что здесь. О, здесь вообще не крутые вот эти ребятки, которые внезапные, как не знаю что. Хорошо, разобрались. Что такое? Ну зачем? Зачем я подлез под этот долбивый выстрел? Совсем же не хотел. По-прежнему такая надежда маленькая, что тут что-то хорошее. Вот это хорошая вещь. Я даже сердце возьму, пожалуй, синее, чтобы урон не получать. Ну, по красным сердцам. Но на этом уровне это уж, наверное, не актуально. Потому что я с большой вероятностью уже не получу сделку с дьяволом. Хотя весь уровень открыл. Ух ты ж, секреточку мне открыли. Молодцы. Главное, по мне не кидать. И вот минус синее сердце. А, отлично. Просто шикарно. Что у нас? Ага. Тринкет. Ну пусть. Блин, я уже думал лазер. Лазер это печаль всегда. Ну здесь скорее всего босс. Да, босс. Само собой. Блин, как я мимо них прошмыгнул. Как-то смог. Пойдемте искать тогда золотую комнату.
Она где-то здесь. Где-то есть определенно. Бомберман веселый. О, бомба! Черт! Что ж ты не очень-то выпало? Ох ты ж! Плюс сердце, отлично. Главное не забыть, что тут такое есть. Давайте-ка каху туда закинем. На! Давай, пока ты вся в сомнениях. Я тебя немножко того самого. Все, окей. Завалили эти подлые каткахи. О, тут еще более подлая комната, чем предыдущая. Жесть-то какая. Так, не трогай меня. Не трогай, я сказал. Отлично. Сваливаем к ядрене фени. О, нет. Головы долби ее жадности. Да, конечно. Конечно, они в меня попадут. Ну. Да. Весело. О, это что, любимец мух? А нет, это... Укус паука, что он делает, я уж не помню. Ну лады. Идем к боссу. Ладно, белое сердце не подобрать пока что. И не забыть, что оно вообще есть. По идее, когда я кого-то убиваю, должны пауки появляться, насколько я помню. Ну не факт. Холлоу. Это не должно быть сложным. В теории. На практике это еще, наверное, пипец как сложно будет все. А, он начал делиться. И что-то он вообще быстро складывается. Ну, потому что у меня урон разогнанный уже. Само собой, так ему не особо-то выжить. Тирсап, пускай. И пойдемте заберем белое сердечко. И у нас станет 5 сердец уже. И на следующем уровне уже стопудово надо как-то сделку с дьяволом получать, иначе... Все будет плохо. Мне нужен полет, мне нужен урон, мне нужно что-нибудь. Что-нибудь от сатаны. Ну или там от ангела что-нибудь хорошее, я бы тоже не отказался. А то все будет крайне-крайне печально. И шансы убить ангела, они резко так эдак упадут. Куда идти только? Блин, в большую комнату неохота, я там скорее всего грибу. Хотя, я и тут, походу, грибу. Так, они хотя бы до сюда не достреливают. Уже радует. Сердечко. Ну, давайте влево сходим. Ага, две головы. Муха. Само собой, гадкая муха. Надо убить нафиг эту кучу. О, золотишечка. Большой процент вероятности того, что я встречу жадность. Я бы этого не очень хотел-то на самом деле. Давайте, наверное, сундук. Что в нем? В нем пилюля, которая дает мне энергию, которая не особо-то нужна. Что мне нечего заряжать разбитое сердце. И что оно делает? Выстрелы назад летят. И я пока не знаю, хорошо ли это. Давайте тестировать по ходу. Воу. Воу. Пауки. Ух ты ж. Хотя это довольно весело смотрится, по крайней мере. И валим пауков. Валим вот этих всех мух, ну их нафиг. Валим, валим. Аркада. Нищий. Получи, получи. Давайте я тебе что-нибудь получу. Угу. От судьбы не уйдешь. Пилюлька-делатель. Куча энергии, окей. Не очень нужная вещь. 5 куча энергии.
А, минус скорость. Супер. Так, полные жизни. Еще минус скорость. Ага, самое то. Пойдемте, у нас там еще есть энергия. Попробуем каких-нибудь путних пилюль раздобыть. Так, отлично, одни и те же пилюли, которые делают мир лучше определенно. Full heal, вот это хороший вариант. 5 энергия. Давайте, 5 энергия. Вы прикалываетесь, да? Чё это? Отлично. А это чё? Больше удачи. Давайте. Угу. Я самые лучшие эффекты насобираю. Так, full heal это хорошо. Больше удачи. Ладно, хотя бы full heal оставим себе. Пусть будет. Так, стоп, он показывает, что там комната. А как в нее попасть? Хм. Это как-то очень оригинально. А, с попрошайкой играть не буду. Ну его нафиг. Давайте этих валить, ребяток. И смотреть, что нас там дальше ждет. Ждет нас магазин, в котором опять-таки ничего особо хорошего. А, так, влюбленные. Что делают влюбленные? Два сердца, да? И еще два сердца. С ума сойти, внезапная внезапность. А где моя пилюлька на full heal? Грусть, печаль. Так, я урон получил. Все отлично. Имеет смысл сходить тогда с автоматом крови поиграться. У нас тут куча сердец. Во-первых, мы урон разгоним. Это же и во-первых, и во-вторых, и в-третьих. И урон разгоним. По идее, это вся мотивация моя. А, ну еще, быть может, получим что-то хорошее. Имеется в виду еще одно сердечко. Но что-то нет. Странно. Ладно. Ладно, коли так, уходим. Тут у нас куча сердец валяется. Хватит, чтобы восстановить. Вполне. Можно даже еще немножко сыграть. Вдруг да выпадет full heal все-таки, я раза 3 могу еще, по идее. Ну, еще раз. Гадость, взрываем. Ну ее нафиг. Не хочет давать сердца, пускай тогда гибнет. Пауков зато целый рассадник. Не уверен, что они нам правда помогут хоть как-то. Эй, это сердечко заберем. Почему нет? Босса же я нашел. Нет, еще не нашел. А вот и босс. Урон у меня вполне себе такой, что просто сдуть этого босса. И этих ребят сдувать можно. Отлично. Ключик. Давайте сходим на босса. А, Хаск. Хаск, он, я думаю, вообще погибнет. Вперед всего на свете. О, вот и сатана. Плюс здоровье. Надеюсь, у тебя какие-то вещи. У тебя лопата. Но это вообще не смешно. О. Карта «Открыть мир». Вообще тоже нужная карта. Ну окей, тогда сваливаем.
Кстати, можно было же там пилюлю Full Heal подобрать. Что-то я про нее забыл. А, ну ладно, ладно, ладно. Пойдемте пока так. Воу, 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 воу. Какие вы все внезапные. Куда деваться? Прям внезапная внезапность. А вот и гады с лазерами. Терпеть их не могу. Но вполне себе успешно справились. Что тут? Толстопуз, который прыгает, должен сразу гибнуть. Простые толстопузы чуть позже. Тут ничего хорошего. У меня куча красных сердец, но мне от этого нифига не легче. Я бы предпочел все-таки парочку синих. Так, валим этих гавров. Меня даже не задели, что удивительно. О нет, началось деревня утро. Вот это будет жестко. Это я уже предвижу. Да, началось. Урон получен. Урон получен. Это плохо. Блин, гадские головы. Это еще чемпионская версия. Вообще вдвойне плохо. Так, что? Что ты? А, мы можем даже две теперь. Вообще круть, да? Только что это у нас? Чтобы помнить. И, так, это мы в демона можем превратиться. А солнышко дамажит всех и открывает карту. Лучше в демона превратимся. У меня и так карта открытая. Куда уж дальше открывать ее? Валим вот эти вот вещи все. И вот эти вещи. А, ключ. Ключ хорошо. Ключей у меня, в принципе, много, но... Ну, пускай. Большая муха будет летать и взрываться. Главное, чтобы она меня не взрывала. А так, в целом, все окей. Окей, что тут у нас? Летучие гады. Так, бах. Ошарашились, нет? Кто-нибудь ошарашился? Воу, опять меня ранил. Вот же ж гад. Где этот летчик? Где-то летает, где летает, что летает? Иди сюда. Что-то выпало. Бомба. Так. Стоит ли сбегать за сердечками? Наверное, стоит. Солнце взял. Ну пусть. Пусть пока солнце будет. Почему бы и нет? Еще полсердечка. Не самым лучшим образом пока события развиваются. Но посмотрим, к чему это все приведет в конечном итоге. Быть может даже к чему-то хорошему. Но не факт. О, о, не успел. Но хотел успеть. Сердец мало совсем. Тут тупик, давайте сюда пройдем. Снесем эту маленькую фигню. Так, тоже солнце. Ну что, прикалываетесь? Так, этот огонь можно взрывать же, да? А вот и синее сердце. А вот его и нет. Весело. Да, блин. Так, стоп. А за сан он же еще и лечит. Или нет? Justice Ice это что у нас? Это у нас... Чтоб я бы еще помнил. А, когда-нибудь эти карты точно запомню. Это дает всякую фигню. Окей. Жадность таки.
Само собой. И скидочка. Ну да ладно. Уходим отсюда, кедрени фени. А, давайте я солнце возьму все-таки. По-моему, если это оно еще и лечит, то это вообще офигенски. Потому что мне полезно будет полечиться. Так, я забыл эту пилюлю, очень полезную. То да. Имперор, солнце, солнце, солнце я себе оставляю. Так, стопы. И сейчас еще раз пробежать. Сердечки-то я чуть не забыл. Уходим. Золотой сундук. Лучше подобрать. Блин, тролль-бомба. Подлая. О-хо-хо-хо, это кто такой избитый весь? Что-то у меня сегодня день новых боссов. Вот ей-богу. А, оу! Неожиданно. Это еще как-то по дуге стреляет, смотрите-ка. О, что он какие пакости умеет делать. Жесткий парень. Все статы апнули, черное сердце. Быть может, я все-таки сатану когда-нибудь открою. Ну, то есть, уровень... Ага, уже не факт совсем. У нас уже уровень с мамой. Так, ветер здоровый. Стреляю всякой здоровой фигней. У меня есть солнце. Я вообще знаю, где что тут и как. Ну, погнали. Валим, валим всех этих нечестивых голов. Вторая голова слегла. Вот эту голову тоже имеет смысл. Как и все прочие поубивать нафиг. О, ты еще и ловко исчезаешь. Ну, бомба сработала. Окей. А, это у нас что? Что эта карта делает? В комнату магазин можем телепортироваться. Почему нет? Синее сердце. Определенно. Вопрос. Damage плюс challenge up. Окей. Зарядим. Два сердечка. Пусть. Давайте автомат монетками набьем. Так, сломали. Где я? По идее, вверх, наверное, босс. Я бы... Если был бы босс, я был бы там. Скорее всего. Логично, более-менее. Иди сюда. Так, открыть мир, это неинтересно. Два сердца интересней. Да, и тут босс, как я и думал. Тут еще мозги, которые ползают, что-то хотят сделать. Но опять в комнату магазин телепортироваться, но это совсем не то, что нужно. Минус синее сердце. Просто по глупости. Только и черное сердце минус. Ну, супер. Это что? Дабл шот. Бэби. Хорошо, ребеночек. По крайней мере, мы урон разогнали. Не нам дальше смысла шататься, там нет вообще. Пойдемте к боссу. Урон у нас более-менее разогнан. Окей. Будем пробовать убивать тебя, крикливая женщина, любящая выкрикивать наше имя, когда не попадя. Блин, я своих же выстрелов успел напугаться. Это не очень. Что-то не очень здоровые летают везде. Так, нога, нога. Надо с ногой разбираться довольно быстро. Оу, подбило. Смотри-ка ж ты какая. Ну и все. Эй. Айзек. Шот спит и дэмэдж ап. Отлично. Еще и синее сердце. Ну это уже как-то повеселей. Идем дальше.
А, теперь главное как-то этот уровень быстро пробежать. Особо тут не ввязываться ни во что. И я фиг бы знал, где этот босс. Он, скорее всего, где-то там вдали-вдали. Но, с другой стороны, он может быть и не вдали-не вдали. Давайте глянем. Тут будет совсем не весело, если он рядом. А мы убежали. И сюда заглянем. Так, тут просто сердца. И, оу, я сразу получаю урон на синее сердце. Весело. Нет, я сюда точно не пойду. Что тут у нас? Так, ничего эдакого. О, куча толстопузов. Валим всех. Так. А, давайте удвоим количество ключей, почему нет? Чем больше ключей, тем веселее, наверное. Ну, я не знаю, зачем они вам, конечно, сейчас нужны. По идее, ни зачем. Ну да ладно. Пусть будут. И продолжаем искать босса. Валим вот этих мелких недобоссов. Эй, чемпионская недобосс-версия. А, так, чуть не нарвался. А, быть может, тут босс? Ну, нет, конечно, о чем речь. Окей. Нет, я это не хочу использовать совсем. Босс там. Все ясно. Запомнили. Блин. Не стреляй только в нас. Бомба. А, что тут может быть? Может быть какая-то полезная карта, неужто? Оу. Весело. Очень. Так, два сердечка. А зачем только? Ну ладно, пусть будут. Глянем, что еще здесь. Это что у нас? Больше монет. Ни зачем. Ну ладно. Воу, воу, чемпионский глаз. Суров. Ладно, будем считать, я разогнался перед боссом. Бомб вдвоем количество. И где-то тут у нас сердца валялись. Самое время подобрать. Урон разогнали. Как-то я сегодня иду, получаю урон ото всех просто. Ну, что-то стандартный этот парень. Ну, я, в принципе, не против, он довольно простой. Единственное, сегодня кого-то на помощь позвал. А так, в целом, довольно прост. Ну? Что-то ты как-то не очень прост внезапно. Давай, получай урон. Получай урон, сказал. Не хочет он сегодня урон получать почему-то. А вот захотел, смотрите-ка. Воу, он еще и мне успел нанести. А, отлично. Вообще шикарно. Сегодня меня даже червяки месят. Что-то как-то это не очень. Damage range. У меня уже тут и так такая мясорубка, а меня все равно умудряются бить. Так, ладно, идем на уровень с сердцем. Посмотрим, что сможем там сделать. О, блин. Чернота. Офигительно. Куча денег и сломанный аппарат. И зачем мне тогда деньги, внимание, вопрос? А не зачем. Где босс? Влево, вверх или вниз? Ну давайте, к примеру, вверх. Хм. Не хочу этот сундук брать. Он какой-то подозрительный, как по мне. Половинка белого.
Тоже ни туда, ни сюда. Вот зачем оно мне сейчас? Воу, подсветочку какую-то жесткую дали-то. Жесть-то как жесть. Это все предметы, которые могут ломаться, ломает. Конечно, молодец. О, аккуратненько вальнули. Давайте аккуратненько, так что на шипы не нарваться. Что тут у нас? Дьявол, да? Я и так вроде усилюсь с помощью вот этого вот. Как оно у нас по-человечески называется? Императрица превратит меня в демона. Пожалуй, оставлю императрицу. О, правильный выбор. Я свернул даже в правильный угол. Вообще все шикарно. В какой-то веке. Дед. Нет. Я оставлю, пожалуй, эту вещь. О, откуда у меня мир взялся? Внезапный внезап. То, что темно, конечно, это вообще не айс. Чтобы видеть, куда бить. Но зато довольно быстро слился вражина. Потому что урона немерено. Идем к ангелу. Итак, где у нас ангел? Предположительно, где-то в конце внизу. Скорее всего. Поэтому бежим туда. Так, давайте The World еще используем. Мы же теперь точно знаем, где он, где ангел. Хорошо. О, нет. Я знаю, к чему это ведет. Ну нафиг. Уходим. Не-не. Нет, конечно, завалить могу, коли захочу. Но не всегда это нужно. Бомба бахнула, отлично. Так, секретка. Самое оно. Мелкие эти ангелки. О, супер жадность, офигеть. Как же ты вовремя. Что толку только с тебя? Не очень понятно. Чего ты хотела доказать? Супер жадность. Просто супер выхватила. Супер жадность. И Девил. Хорошо. Валим всех этих гавриков. Ну, лети сюда ко мне. Отлично. Успел. Даже... Воу. Отлично, осталось только убить ангела. Ну или, во всяком случае, попытаться это сделать. Блин, может еще урон получить? Специально хотя бы, чтобы разогнать свой урон. Или у нас урон уже достаточно большой? Да, у нас достаточно большой урон. Погнали. Что нам ангел скажет? Весело. Получил урон, телепортировался. Все по фэншую. Так, еще урон. Это не очень, что я от него урон получаю. Нет, я, по-моему, не переживу этого. Ой. А может переживу, а может и нет. Кто его знает. А, твою налево. Так. Хорошо. Давай-ка умирай, братюнька. Фу, хорошо. Что-то одна и та же заставка, по-моему, каждый раз. Хорошо, и у нас один кусочек остался. Круто.
Хорошо, на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравилось. Увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.